Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Безумные Мутанты. Сплинтер. Так, а что у меня хочет сплинтер? Улучшиться. Окей, улучшили. Так, получить героев приключения. Поднять уровень героя. Так, это я сделал. Тут у нас что? Понятно. Получить вот эти призы, плюс вот эти, которые у нас тут скачут, прыгают. Так, акции. Акция на героя, акция на героя. Слушай, а что я могу получить? Показывает, что я могу что-то взять, но... Что именно? Бесплатно? Вот это вот, наверное. Ну, давай откроем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Просто выпадает слизь. Ну, назовем ее мутагеном. Так, за 150. Не хочешь приобрести? Я думаю, что нет. Не хотим. Нам это не надо. Так, 1000. О, ну давай, попробуем сейчас что-нибудь получить. Не то, чтобы я хотел именно это. О, ты понимаешь, это у нас Ирма, собственно, персоны. Так, давай-ка дальше смотреть. Открываем. Бакстермуха плюс 25 фрагментов. Довольный такой. Типа прокачался немножечко, да? Так, мы еще с тобой, знаешь, сколько откроем? Ну, 5 сундуков. Так, Кейси Джонс. На автомате. Кто там дальше? Следующий у нас будет. Ну, давай, 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 открывай, не стесняйся. А это у нас Рафаэль. Так, плюс 7. Так мало дают нам на прокачку, если честно. Ну, что это такое? Плюс 7. Пью. Капля в море. Так, Леонардо также двухзвездочный. Тут плюс 6 уже идет. Так, последних два персонажа открываем и потом пойдем открывать редких. Так, опять Леонардо и 25 синих кубков. Ну что, последний персонаж у нас из двухзвездочных, и это Леонардо. Окей, теперь давай посмотрим. Нет, не здесь. Вот здесь. А ну-ка, дайте мне какого-нибудь редкого, пожалуйста. Слушай, ну... Кожеголовый. Пускай будет кожеголовый. Так, и последнего сейчас откроем. Посмотрим, что нам выпадет. Сплинтер. Слушай, ну сплинтер неплохо, потому что он у меня состоит в моей основной команде. Поэтому я как бы считаю, что это нормально. 730 фиолетовых. Так, у нас с тобой 5858 металлолома. Я не помню, правда, где мы можем с тобой этот металлолом потратить. Если честно, совсем забыл, где это все делается. Так, а тут-то у нас что? Что-то не по-русски нифига было, какие-то закаракули. А, это у нас уже акт 21, миссия 21. Ну что, попробуем именно такой командой, которая у меня сейчас есть, подраться. Скорость первая, можно поставить, наверное, на вторую. Ну, что я тебе скажу? Сплинтер красавчик. Шреддер, как всегда, на высоте. Так, это вражеские рокслиги. На, под дых ему давали. Так, Чингис, тут по башке топором ему. Прикинь, все выжили, никого не потеряли. Так, ну что, давай, наверное, усилимся тогда. Нам же дадут возможность? Дадут. Ну, смотри, 854 тысячи слизи плюс металлолом. Так, следующий бой или продолжить? Ну, продолжить. Так, здесь получаем награды. Сыграть в приключения. Сыграли. Кстати, у нас доступны награды наверху. И я хочу их получить. Все. Получить все. То есть 25 монет получаем и 10, точнее 100 зеленых кубков. Плюс у нас что-то здесь. Рейд на 6-й канал. Так я же вроде бы как бы и не делал никакого рейда. Просто получаем награду, видимо. Замечательно. Так, здесь у нас что? Так все же забрал я. Что вы мне тут хотите показать? Может быть, вот тут? Скорее всего, да, на этапах. Так, здесь забрали награду. Давайте теперь тут. И вот здесь.
Там уже 50 тысяч звезд нужно будет накопить. Опять Сплинтер хочет прокачаться. Ну что, я не могу отказать ему. Какой у нас уровень? 174-й. У нас Эйприл, Чингис, вот эти рулят. Слушай, подожди, а почему Крэнк не рулит? Он же по уровню 177-й. Почему он стоит здесь, а не вот здесь, не на первом месте? Скажи-ка мне на милость. Так, у нас накопилось еще немножко зеленых кубков. Мы можем с тобой открыть пак. Так, нам выпадает... Кто это? Это Микеланджело. Это нам выпал Майки. Сплясал, как говорится, и убежал. Получи награды. Бесплатно. Что тут? Слизь и, опять же, металлолом. Кстати, я хотел зайти, знаешь, куда? В логово. Хотел зайти в логово и улучшить наше здание. Так, а больше ничего не могу сделать? Пока нет. Так, в менюхе. Давай посмотрим на почте. Ну, пусто. Здесь нам ничего не присылали. Использовать. Вот. Вот это нужно использовать. Слушай, а можно как-то... Да, можно, видимо, все сделать. Вот так вот. Оп. Чтобы по одной не юзать. Сразу используешь по максималке. В общем, это куча мусора у нас. Так. Поехали. Маленькая канистра слизи. Сколько там? 10 лямов? 10 лямов слизи нам дали? Ничего себе. Так, ребят, я могу прокачать. Я, наверное, хочу прокачать Крэнга. Вау, 180 уровень получает Крэнк. Такс, и, наверное, Шреддера. Слушай, а почему они дальше не прокачивают? Потому что у нас мутагена не хватает, да? Понял. События ресурсов экономики. Так, забираем здесь награду, получается, и вот здесь. Так, сезон закончится через 5 дней, 22 часа. Ну что, пойдем в приключения. Опа, награда за то, что уровень получили 180-й. И у нас тут, кстати, будет... Блин, я забыл, как его звать. Как его звать? У нас трек и... Второй-то как его звать? Вот он. Блин, я забыл. Ну-ка посмотрим, что у нас тут получится. Так, не забывай, что Крэнк у нас получил 180 уровень. То есть он сейчас должен, в принципе, бомбашить, будь здоров. Он своим лучом шпарит. Сплинтер все время с Эйприл работает, я смотрю. Он почему-то любит ее то ли ускорять, то ли хилять, что он там делает. Так, а здесь у нас Ант. На топором. Ну, он крепкий, конечно, крепкий, но он не выдерживает против нашей команды. А тут еще и кожеголовы, которого застанили. Прекрасно. Сразу идем на следующий поединок. И смотрим, что у нас тут. Тока. Блин, как же это? Гранитор, ё-моё. Точно, ребята, это же гранитор. Они вдвоем. Я думаю, что мы сейчас и Току порвем, и гранитора. А кланфутовцев вообще на изи разберем. Ты посмотри, Сплинтер с Эйприл работает. Так, он сейчас, по-моему, звездюлей получит. У него очень мало здоровья. Если сейчас кто-то быстренько провокацию не возьмет, все. Посмотри, сколько у него стало здоровья. Потому что ему в спину бомбил гранитор. Вот так вот. Так, еще поединок, и, по-моему, будет Босяцкий. Так, а здесь... Оу. Так, я забыл, как ее звать. Темпестра, точно. Это она. Только там прыгает, смотри, как... На, лучом Крэнк прожарил их. Все, началась штормовуха. Сейчас будет. Ой-ой-ой-ой, как мощно. Крэнк, ну ты бы бежал бы. Смотри, смотри, топор приготовил уже сейчас. Шреддер уже ее завалил. А он все, смотри, кожеголовый тут мешается нам. Правильно, Шреддер. Крэнк, Чингис тут
Со всех сторон мы его, короче, заколбасили. И, как видишь, никого не потеряли. Все наши ребята целые. Ну что, по-моему, сейчас Босенский, да? Вот он, Гранитор, собственно, персоной. С кем он тут идет? Гранитор, Тока, Кожеголовый, я смотрю, и Рокстеди. Слушай, ну довольно сильная команда. Сейчас посмотрим, во что у нас все это выльется. Так, Сплинтер опять бафает. Застанили Кожеголового. Блин, Шреддер, ты вот... Я, конечно, понимаю, но не ту вы немножко делали. Мы зато Току вырубили. Вот он Тока, а вот он погиб сейчас только что. И, по ходу дела, крышка Кожеголову сейчас уже будет. Так, мы Сплинтер потеряли, но это ожидаемо. Сплинтер всегда нарывался на неприятности. Но вот то, что здоровье... Оу! Вот это уже плохо, ребят. Во-первых, Кожеголовый выжил. Это раз. Эйприл, давай, что-нибудь, застань кого-нибудь. Она застанила Гранитора. И остается у нас кто? Чингис. Эйприл, по ходу дела, сейчас погибнет, скорее всего. Хотя, смотри-ка, мы Гранитора подбили. И остается лишь Рокстеди. Эйприл постоянно его держит в стане. Берет у него интервью. Все, ребята, выиграли мы здесь. Но босс на самом деле был серьезный. Ну что, следующий поединок через рекламу. Так, ну что, ребята, почти лям слизи получили. Дай-ка я кое-что гляну. Могу ли я кого-то сейчас прокачать? Так, забираем награду. В принципе, неплохо. Пока нет, пока мы ничего не можем прокачать. Пойдем на следующий поединок. У нас следующим будет боссом опять же Гранитор. На 30 уровне. Ну что, я думаю, сегодня мы 30 возьмем. Должны взять. Так, у нас Антракс, Бакстер Муха. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Можно, конечно, ускориться на двоечку. Я обожаю, когда Крэнк делает свой луч. Вот это вот, который проходит через всех бойцов. Это, конечно, топово. Так, Антракс остался. Сейчас мы его тут быстренько... Ну, Эйприл, как всегда, берет интервью. Тем самым она останавливает противника, так сказать, обездвиживает его. И в этот момент мои бойцы, как говорится, наносят львиную долю урона. Вражеский отряд. Я смотрю, здесь трек, который, я не знаю, рядовой боец, он может делать, как сказать тебе, баф? По-моему, нет. По-моему, только боссы делают. А так, если он сейчас будет вешать броню, это, конечно, будет фиговенько. Нет, все-таки, ребята, он может вешать. Он вешает броню, но он, так как обычный рядовой моб, она не настолько сильна. А вот если бы Босяцкий был бы и вешал бы броню, там был бы, конечно, караул. Фиг бы мы там что сделали, фиг бы пробили. Так, слушай, нам везет на усиленные награды. Так, забрали, поехали на следующий поединок. Ну что я тут вижу? Темпеста, Кожеголовый, Тока и Гранитор. Этот бой, конечно, нужно смотреть на первой скорости. Нет, Шреддер хорошо критует, когда бьет именно со спины. Когда он в лицо бомбит, не такой это хороший удар. Ты посмотри, посмотри, что делает. Это Темпеста. Сейчас еще и молниями тут. Воу, воу. Чего? Ты посмотри, что... А где у меня... А, вот он, Чингис. Его завалили. Нет, Эйприл здесь, к сожалению. Вот, вот это вот вонючка мелкая, она все сделала. Так, давай повторить бой, только перед поединком мы немножко заменим состав. Вообще, Шреддеру лучше вот здесь, конечно, быть. Даже вот так вот. Поехали. Нам нужна Темпесту, почему-то ее никто не бомбит. Она сейчас накопит себе энергию и начнет, конечно же, тут ее применять. Это очень плохо. Так, Шреддер все-таки Токи в спину дал. Все, начинает, смотри, вон, луч готовит. Переключитесь хоть кто-нибудь на Темпесту. Она же сейчас опять, вон, она уже готовит молнию. Сейчас будет жесть, блин. Прикинь? Слушай, ну здесь больше шансов выиграть у нас. Да.
Мы практически всех уничтожили, осталась только она, одна. И то он, Шреддер ее наказал по всей строгости. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Так, сколько нам еще? Наверное, это последний поединок и будет уже босяцкий. Но, в принципе, здесь кто? Вот только кожеголовый, который может застанить, бросить капкан свой. Гранитор тут особо нам не страшен. Так, Ланфут ведь сразу отдуплился. Смотри, сейчас топором бомбанет. Крэнк ходит такой деловой там. Перчатки свои бросает. На. Вот и все, и нет гранитора больше. Идеально. Так, отлично. Переходим на следующий поединок. И вот он, гранитор. С кем он только будет, вот что меня интересует. Ох, ёк-макарёк, Темпеста, Кожеголовый, Тока, Рокстеди. Слушай, это будет жестко, наверное. Потому что здесь даже нету обычных рядовых мобов, типа кланфутовцев или еще кого-нибудь. И опять же Темпеста, ее никто не трогает. И вот это вот меня бесит. Шреддер, ой, Шреддер, почему ты не бомбишь вот Темпесту в спину, а? Вот-вот-вот, видишь, что она сделала? Вот смотри, что у нас осталось от нашей команды. У него Тока. Все, ребят, нас тут забомбили. Еще раз повторяю, надо уничтожать Темпесту. Ну, всем я смотрю по барабану, да, на нее? Всем, да, я уберу, наверное, Сплинтер, поставлю Рокстеди. Посмотрим, может быть, так будет поэффективнее. Рокстеди все-таки, ребят, пробивает ряд. Может быть, от этого будет нам все-таки получше. Ну, вон, Темпесту. Она основной урон наносит. Смотрите, смотрите, что происходит. Сейчас и этот у меня, Рокстеди, погибнет. Все, он уже валяется. И Рокстеди, и Шреддер, да, у нас упал. Я смотрю. Так, давай, бери интервью. Да нет, надо было вот у Рокстеди. Тюх, Чингис двоих сразу же, да? Да, красавчик. Он уничтожил. Ну ты видел, что он. Я уже забыл, как это звать. В общем, остался здесь один гранитор. Уж думаю, втроем-то они справятся здесь. Так, Эйприл опять что-то там. Молодец, взяла интервью. Застанила его. Опять интервью. И гранитору, походу, дела крышка. Да. Эйприл, конечно, уничтожили под конец, обидно. Слушай, мы переходим с тобой на следующую главу. Вот что тебе скажу. Ого. Не кисло, не туда. Заваруху устроили. Вон они, эти солдаты каменные. Кланфутовцы. Я помню, кстати, вот эти вот машинки летающие. Чуваку просто хоба полтела. Ну да, это, оказывается, не, ребята, не живые солдаты. Это у нас роботы. Это у нас роботы. Ох ты. Это мы типа... Знаешь, вот это вот что мне напоминает? Черепашки-ниндзя в Манхэттене. Когда мы приходили к последнему боссу, к Шреддеру. Вот что-то типа того же было, да? Такого портала. Там типа щит такой стоял. Там сидела Эйприл. И мы дрались со Шреддером. Вот напоминает мне. Это на технодроме было дело. Так, ну тут, ребят, вообще нормально. Вот это, кстати, ватник. Я не знаю. Вот сколько... Воу. Че это? Че себе, Рокстеди с какого-то перепуга показали, как он начал бомбить. Вот, наконец-то Темпесту мы эту прижучили. Застанили. Ну вот она, конечно, бомбит этими молниями. Вообще, вот это вот стихии своей. Очень сильно. Так, мне бы хотелось, знаешь, что посмотреть? Какой у нас босс поджидает дальше? О, вот с этим голодранцем надо будет обязательно подраться. Так, что у нас тут? Мы можем с тобой получить бесплатно. Вот так. Давай, открывай. Ну, 100 кубков зеленых. Плюс здесь мы можем получить один ящик. Так, выпадает Рокстеди. Ну и синие кубки. Плюс 7, ладно. Ладно, пускай Рокстеди будет. Здесь награду получили. Плюс вот здесь.
Такс, и, видимо, рейд. Ну-ка. Угу. Тут тоже награды высыпало нам. Так, здесь вроде бы ничего, но кто-то у нас может прокачаться. Ну-ка, Крэнк. Отлично. 181 уровень. А здесь можно снарягу поменять. Использовать все. Да, у нас еще столько бойцов, которых бы стоило прокачать, но... Я, ребят, прокачиваю именно 4-звездочных. Пока делаю акцент именно на этом. Ну, Рокстеди еще, конечно, тут может что-то показать. А вообще у меня есть еще 4-звездочные? Нету. Ждем фиолетовые кубки, когда накопится сколько? 1000. Авось нам и фартанет. И мы получим еще одного фиолетового бойца. То есть 4-звездочного. Ну что, поехали нам. 1, 2, 3, 4. И будет басяцкий. Но я думаю, что он будет легким. Он и так-то сам по себе ватник. Но не факт. Он же может быть боссом довольно сильным. Вспомни того же самого Трега, вот этого вот. Трек, трак, как хочешь называй его. Он же когда обычный моб, он фигово дерется. Но когда он босяцкий, это, конечно, проблема. С его броней, с его отхилом тяжело с ним бомбиться. Так же, как и Антракс. Когда он обычный, он легко разбирается. Когда он босс, он жестит. Так, слэш. Давай, давай, Рокстеди его. Молодец, красавчик. Я теперь все время интервью берет. Блин, я, ребята, хочу, чтобы побыстрее уже вышло это. Черепашки-ниндзя Ревенж. Она должна выйти в этом году. Читал новости, что уже скоро. Но так как мы в Стиме ничего не можем купить. Надеюсь, она будет взломана очень быстро. Потому что я обожаю черепашек. И еще, если вспомнить Дэнди, Сегу. Блин, это прикольно. Особенно на Сеге. Я вообще, ребят, фанател от Черепашек-ниндзя Манхэттен. А на Нинтендо вспомни, ё-моё. Крутые же игры были, да? Так, ну что, получили немножко мутагена, слизи, и переходим на следующий поединок. О, Рахзарчик, давно я его не видел. Вот здесь, кстати, хорошо, что Темпеста стоит на первом плане, а не сзади где-то. Сейчас мы с ней быстренько должны разобраться. Шреддер, давай, я вижу, что ты хочешь там ездить. Ну куда ты... Куда ты ускакал? Вот же она стоит. Родненько, бери ее тепленько. Нет, он куда-то поскакал. Ну вот смотри, что происходит, ребят. Крэнга просто накрыла волной. Это именно Темпеста сделала. Так, тут еще у нас и Бибоп, который бросает гранаты. А это кто, слышь, что ли, там прыгает? Ну да. Ой-ой-ой-ой, своей вертушкой опасно. А че Кабон-то такой жесткий? Бросает гранаты свои, а ты посмотри. Так, минус Темпеста. Минус слэш и минус, думаю, сейчас Бибоп. Да. Молодцы, ребята. Справились. А вот, друзья мои, босс. Как же тебя величать, я уже и не помню. Скарг. Вот как. Ну что, давай посмотрим, насколько он силен. Мне кажется, он так себе. Видишь, он какой-то с посохом, с пушкой. Ну, это хорошо, что его окружение, ребята, по большей счету, какие-то там маузеры, плюс, как ты видишь, эти кланфутовцы. Слэша мы практически уже разобрали. Все, он упал. О, что он делает? Смотри, что он там делает? Гипнотизирует, что ли? Короче, Скаргу крышка, походу, дела. А, он, смотри, какую-то ауру делает. В общем, мутный типок на самом деле. И довольно ватный. Мы его разобрали, даже не поморщились. И опять же, следующим боссом будет именно он. Так, заберем с тобой награды. Так, прокачка. Нет, не прокачка, это у нас использовать снарягу. Стоп, стоп, стоп. Вот так. Слушай, а где же мы с тобой можем металл... Вот я не помню, металлолом. Его же где-то... событие закончено. Соло-турнир. Вот не могу я вспомнить, где у нас тратится металлолом. Но я знаю, что он где-то тратится.
Так, мы, кстати, можем тут... Детали модулей в час. Улучшили. Сыграть 5 PvP боев. Так, здесь тоже мусор в час. 2 штуки. Так, события ресурсов. Так, ну-ка где? Ага. 250 синих кубков мы получаем. Блин, где же этот... Потратить мусор. Потратить слизь. То ли в меню это где-то делается. Кланы, кодекс, 6-й канал. Сумка. Потому что металлолома уже накопилось прилично. Его нужно потратить. Осада клана. Блин, я не помню. Я не помню, где он тратится, но я знаю, что он точно должен... Может быть, где ящики? Внизу? Ничего подобного, да? Так, у нас, кстати, синих этих кубков дофига, поэтому открываем ящик. Ага, Рафаэль и 25 фиолетовых кубков. Рафаэль плюс 62 к мощи. Стоп, подожди-ка, может быть... Где вот это сейчас было? Ё-моё! Смотри-ка, тут еще как будто вот вниз должны будут еще этажи идти, да? Как будто вот в следующих обновлениях. Ну, как бы намек на это делается. Смотри, сколько тут еще кого у меня нету. Ё-моё! Макмен, железноголовый. А это кто такой? Фугитоид, я таких даже не знаю. Охотник Кейси? Мутаген-человек? Но это мутагеноид. Ниндзя-сплинтер? Распутин. Крысиный король? Ракен-Раф? Ракен-Раф. Ох ты, Альфа-Уан. Это кто такой вообще? Ну это какой-то клан-футовец, друзья мои. Это новая модель, видимо. Новая модель кланфутовца, по ходу дела. В общем, ребят, не могу я вспомнить, где этот металлолом потратить. Может быть, вы помните, напишите мне в комментариях. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнюю серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.